Села Беген Куаныш Мусин уже почти 10 лет обеспечивает всю деревню хлебом. В небольшом ауле работает всего одна пекарня. Ее владелец не только печет хлеб, но и готовит выпечку по индивидуальному заказу. А каждую пятницу сельчанин бесплатно раздает по 5 булок хлеба многодетным семьям. Асем Утешева с подробностями. Утро у пекаря начинается с заготовки. В небольшой пекарне работают всего 2 человека. В день, говорит местный житель Куаныш Мусин, они пекут по 250 булок хлеба. Реализуем хлеб, магазины отвозим в соседние села. Цена 140 тенге. Еще печем булочки, пиццу и лепешки. А каждую пятницу мы оказываем благотворительную помощь. Раздаем хлеб многодетным односельчанам. Их у нас 14. Жителям продукция пришлась по вкусу, и спрос на нее только растет. К примеру, хозяйка этого магазина Даметкен Макперова всегда закупает хлеб оптом. Я заказываю по 30 буханок. Иногда даже этого не хватает. Очень хороший хлеб. Всегда свежий и горячий. Люди берут с двем. Сейчас мы рассматриваем возможность выделить ему государственный грант или льготный кредит на расширение бизнеса. Мы всегда стараемся поддержать предпринимателей. В планах у Куаныша Мусина открыть пекарню побольше и нанять на работу 3 человек. Он уже построил здание и теперь делает в нем ремонт. А если в Акимате помогут с грантом, то пекарь планирует закупить в цех еще и новую печь и современное оборудование. Асем Утешева, Медет Мирханов, 24 KZ, область Абай.